В Чебоксарах прошел автопробег памяти погибших в страшной аварии в марте на проспекте Максима Горького. Организаторами выступили посетители форума «На связи». Участники автопробега собрались на стоянке у мегамолла и организованно двинулись в сторону театра оперы и балета. Всего насчитали более 150 машин, много было такси. Организаторы надеются, что эта акция заставит задуматься тех, кто позволяет себе сесть за руль в нетрезвом состоянии. Участники считают, если благодаря автопробегу смогли предотвратить хотя бы одно смертельное ДТП, значит, все не зря. Автопробег поддержали в ГИБДД Чувашии. Пришли на митинг и родственники погибших в той аварии.